покаяться, а не санкционировать. А всех ли этим можно контролировать? Дурдом, они вновь разводят вокруг кланы, а мы в ответ на них строим ответные планы. Они строят запасные планы к своим запасным и уже не уверены, что в последних планах нет изъянов. Асио! Асис Диго! Сис Мишель! Сэ! Происходит, все планы летят к чертям, он разбирает по частям, дают волю словам, но не когтям. Есть неписанный закон, чаще всего решаем мелочи. Откроется коробочка для памяти, а вот есть стрелочник. А как быть, перестать строить планы на будущее, наслаждаться настоящим? Строить мрачные планы и стремиться их совершать, по секрету спланировать, молча сада свое гнуть не оглашать. Thank you.